Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Я рад приветствовать вас в прямом эфире телеканала «Союз». Это программа «Беседы с батюшкой», и в гостях у нас я сегодня рад приветствовать протоиерея Максима Меняйла, старшего священника храма на Крови города Екатеринбурга. Батюшка, добрый вечер, благословите. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, дорогие радио и телезрители. Теле и радиозрители, да. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Сделать это можно также в официальной группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в группе телеканала «Союз». Батюшка, ну начнем наш разговор, как говорят, с темы дня. Подготовки к опросу, который в это воскресенье, 13 октября, пройдет в Екатеринбурге по вопросу выбора места для строительства храма Святой Екатерины. Очень много об этом говорится и на светских телеканалах, на церковных телеканалах. И вообще вопрос строительства храма Святой Екатерины, он из года в год перетекает и всегда вызывает такой общественный резонанс. И это обсуждается среди всех горожан, которым не безразлична судьба своего города. Почему принять участие в голосовании важно и нужно? Вы знаете, мы вот в удивительное время живем. Многое вновь происходит. И буквально в эти дни мы станем свидетелями этого опроса, который, возможно, впервые в России в таком формате пройдет. Опрос общегородской. В нем могут принять участие чуть больше миллиона избирателей в возрасте от 18 лет. Этот опрос, он должен поставить точку в вопросе, где будет стоять кафедральный собор. И в каком-то смысле мы с вами можем, наверное, уже войдем в историю, особенно те, кто возьмут на себя небольшой труд дойти до избирательного участка и высказать свое мнение, которое очень важно церкви, очень важно властям и очень важно всему народу. Поэтому я думаю, что вот как Христос входил в Иерусалим и постилали одежды, чтобы ослик прошел, а потом эта одежда бы сохранялась в доме и из рода в род бы передавалась, и рассказывали бы, что вот Мессия прошел вот по этому плащу, по этой одежде, по этому хитону. Вот что-то подобное рядом с нами часто происходит. То, что потом уйдет в века, то, о чем буду вспоминать и снимать фильмы. И мы можем сказать, да, я жил в это время, и я был первым строителем, участником опроса, потому что в результате этого опроса будет выбрано место, и тем самым как бы откроется дверь для этого строительства. А тот человек, который примет участие, он этому послужит великому делу. Храм Святой Екатерины в городе Екатеринбурге, главный храм области, восстановленный в том числе и при моем участии. Пусть небольшом, хотя в дальнейшем, конечно, мы сможем поучаствовать и организационно, и финансово, и волонтерами быть, добровольцами, и во время стройки, и других мероприятий, то, как делается у нас в епархии, вообще в церкви. Но вот сегодня это такой Рубикон, это такой важный очень день, с которого все начнется. Да, к этому дню мы шли непросто, и в том числе прошли через несогласие части наших горожан. Кто-то был не согласен с местом, где предполагалось вот несколько раз в одном, в другом, в третьем. Есть, конечно, такие люди, которые в принципе против храма. Хорошо, когда они об этом открыто говорят, потому что, по крайней мере, это не лицемерие. Это ну, какая-то позиция, она, понятно, что нам не близка, но, по крайней мере, если она честная, то ну, заслуживает какого-то, может быть, снисхождения или даже, может быть, даже уважения. Но если под видом борьбы за разное благо общественное все-таки скрывается борьба с храмом, то, конечно, это уже немножко грустнее, немножко похуже. В этом есть какая-то
нечистоплотность и неправда. Поэтому мы с открытым сердцем, вот, без всякого камня за пазухой, пойдем участвовать в этом опросе и надеемся, что это место, которое выбрано, оно не только поставит точку, оно будет концом всех распри, и в том числе оно будет началом вот новой радости, чтобы радость вернулась в нашу жизнь, радость единения, радость совместных добрых больших дел. Это очень важно, поэтому вот за таким формальным, вроде бы как делом, голосованием, как много всего хорошего скрывается. И то, что этот храм мы не построили и не начали стройку в сквере, это было, конечно, больно очень для наших прихожан, для нашей общины церковной, и не только екатеринбургской. За нас переживали и переживают православные не только в России, но и даже и за ее пределами. Но вот смотрите, это все послужило в том числе и ко благу, потому что, наверное, нет сейчас более известной церковной стройки во всем мире. А чтобы узнать, как у нас дела, приезжают даже из-за рубежа специальные журналисты. Не то чтобы вот про Урал что-то, про промышленность, про историю, и в том числе и про храм. Нет, вот целевым образом едут узнать, как здесь мы будем этот храм строить, что с этим вопросом происходит. Поэтому Бог обернул вот эти неприятности и какие-то страдания даже, он их превратил в большую пользу. Потому что это действительно народная стройка, она может ей стать, и она ей станет. Батюшка, ну вы вот человек, который время от времени так вот в подряснике прогуливаетесь по паркам, и коль уж храм на Крови находится в центре города, то многие и жители Екатеринбурга, и те, кто приезжают в Екатеринбург, ну, так или иначе вас видели, если что, знакомы. И вы как человек, который, в общем-то, вот так вот попросту общается с людьми, да, если что, отвечает на какие-то их вопросы о церкви, о Боге или о том, что вам здесь вообще надо. Вы в том числе и тот человек, который не побоялся во время вот этих весенних митингов прийти к театру драмы, к протестующим и поговорить, попытаться объясниться. И стали таким, ну, неофициальным лицом епархии и каким-то народным героем. Хотелось бы у вас узнать, все-таки по вашим ощущениям, это было противостояние против строительства в сквере, как в неком общественном пространстве, или это все-таки против храма как такового? Потому что история с храмом Святой Екатерины, она ведь, опять-таки, не в этом году возникла. И ранее, когда планировалось строить храм на его историческом месте, где находится сейчас часовня, были какие-то тоже общественные волнения по этому поводу, весь город это строительство тоже обсуждал. Это все та же самая история продолжается или нет? Ну, у протеста, вы знаете, у него всегда разные есть причины, повод может быть разный и причины разные. Для кого-то это вот существенный вопрос, можно ли позволить православной святыне быть архитектурной доминантой в таком, как некоторые считают, либеральном и западно ориентированном городе, как Екатеринбург. Вот что-то такое может быть. Кто-то против действительно застройки сквера был. То есть очень кто-то вообще был против пенсионной реформы и туда пришел. Вот. И это место стало точкой выплеска всякой такой народной боли. Вот. А я могу сказать, что разумные аргументы, они всегда бывают услышаны, поэтому, конечно, мы не боялись. Многие священники наши приходили туда, ну, не поспорить, может быть, а поговорить. И в том числе и наши вот собратья, священники, которых я знаю, они всегда были в этом сквере. И у нас было благословение архиерейское. Поэтому, когда есть благословение, тогда с ним всегда
просто и легко. И самое главное, что мы ведь ничего плохого не хотим сделать. Идея сама очень красивая, идея прекрасная. Восстановить тот храм, с которого начинался город. Вот всегда очень важно начало какого-то дела. Это в Евангелии описано, в притче, когда на чем строим мы, на песке или на камне. Вот фундамент, начало, основание – это всегда ключевой вопрос. Наши предки строили город, начиная с храма. Это второе сооружение. Первое – это гидротехническое сооружение, плотина, а второе – это храм. И они там принимали присягу, хранили знамена. Там сколько людей было крещено в этом храме, сколько венчались, сколько на службах стояли. В том числе известные горожане. Из этого храма приходил священник отец Иоанн Сторожев к царской семье. Один из последних храмов, вот недавно владыка этот выяснил этот вопрос, очень интересный. Когда переезжала царская семья из Тобольска, то одним из последних храмов, который они видели, был Екатерининский храм в одном из сел Тюменской сегодня области. Ну и вообще Екатерина святая, она покровительница многих, вы знаете, Кембридж, Оксфорд и другие институты, и даже города, они как память о ней хранят, как и покровительницы. Вот, поэтому это очень замечательная, прекрасная идея возвращения исторической памяти, возвращения какой-то справедливости. И самое главное, вот о чем говорил владыка, давно уже на сайте висит это его слово, что место храма на крови, конечно, очень важное, и оно заметно, из всех центральных частей города виднеется храм, он виден, он заметен, но это место все-таки оно трагическое и связано с тяжелейшим преступлением, убийством царской семьи. Но если мы, жители сегодняшнего Екатеринбурга, современного, развивающегося, если мы построим этот красивый храм в центре города, если он будет действительно доминантой определенной, не только архитектурной, но и духовной, то мы заложим основание новой, радостной, счастливой жизни. Мы хотим эту жизнь строить не вне науки, не вне достижений технических, а наоборот, развивая во всех смыслах, развивая наш город. И никогда этому церковь не мешала, а наоборот, она только вдохновляла. Поэтому всегда есть что сказать тем, кто был против этого храма. И я вам скажу, что в каком-то плане мы преуспели. Не хочется как-то хвалиться особенно, но мы видели этих людей, которые нас слышали. Я этих людей знаю, сейчас я с ними даже дружу и переписываюсь. Они иногда заходят в храм, это те люди, с которыми я познакомился в сквере. Они стали в какой-то мере нашими сторонниками. Я не могу сказать, чтобы прихожанами, не буду так преувеличивать, но уже сторонниками стали. Уже стали сторонниками. А как сказано, что если и одного человека удастся от заблуждения отвратить, то это уже очень, очень хорошее дело. Поэтому смотрите, сколько полезного мы получили в результате вот этого, пусть даже конфликта, но сколько много нового узнали наши горожане о святой Екатерине, о том храме, который был построен. Вот мы узнали недавно совсем, что икона, которая была подарена на 200-летие этого храма, и она где-то чуть меньше 10 лет в этом храме была, до 1930 года, она, оказывается, сохранилась. То есть сохранились, вот эта главная икона Екатерининская, она есть сегодня в музее. Она сегодня изображена на том большом плакате, который встречает всех гостей нашего города. Если не едут из аэропорта Кольцова, то их встречает очень большой транспарант такой, где говорится, что добро пожаловать в город Святой Екатерины. И мы стали городом Святой Екатерины для многих из наших жителей.
поменялось вот это представление о том, кто мы. Сегодня вот мы уже давно не свердловчане, но в каком-то смысле оставались ими по нашим делам и поступкам. А сегодня возвращается в нашу жизнь духовное начало, память предков, святой храм и все, что с ним связано. И, конечно, личность святой Екатерины, которая удивительный человек, так прославила Бога своей жизнью, столько много сделала, несмотря на свою молодость, и так, как звезда просияла на небосклоне. Будет нам указывать пути нашей жизни, сделает наш город лучше, добрее. Вот для чего все это было, как мне кажется, для чего были эти разговоры, для чего были эти споры. Вот. И если хоть кто-то стал добрее в результате этих разговоров и перестал ненавидеть, перестал бояться, а страх и неприятие — это тоже признак слабости, признак отсутствия любви. Поэтому нам не хватает любви сегодня. И вот о чем Владыка и говорит непрестанно на всех проповедях и висит на сайте, это абзац из его слова, что это символ воскресения, будущий храм. Но мы должны потрудиться, потому что он сам собой не построится. Всегда, знаете, ребенок, он какой особенно ценный, такой долгожданный и выстраданный. Вспомните историю Захарии и Елисавета. Вот недавно был праздник, когда мы вспоминали Иоанна Крестителя. Или Иоаким и Анна. Это долгожданный, выстраданный ребенок. И сегодня храм Святой Екатерины для нас – это он пока ребенок, и он еще не построен, он еще на чертежах только пока. Ничего не сделано, но только на бумаге и в сердцах, в умах людей, которые желают его восстановить. Но он будет долгожданным, выстраданным, и оттого будет очень ценным для нас. Максим, у нас есть первый звонок. Дозвонился до нас Евгений Александрович из Белгорода. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Меня слышно? Да, мы вас слышим. Задавайте вопрос. Ну, по храму, если у меня не же высказывал, не буду повторяться. У меня вопрос у апостола Павла к посланию к Коринфянам, первым посланием, где он им рассказывает, там, что когда-то будут времена, что будет Бог все и во всем. И там есть такие слова. Он у них спрашивает, если мертвые не воскресают, для чего крестится для мертвых? Вот и я у вас спрашиваю, для чего крестится для мертвых? Не очень расслышал вопрос. Но... Если мертвые не воскресают, для чего крестится для мертвых? Евгений Александрович спрашивал в послании апостола Павла к Коринфянам. Есть такие слова. Ну, мертвые воскресают, и как раз апостол Павел об этом и говорит, о том, что мы крестимся для того, чтобы в жизнь вечную воскресать и пребывать в Царстве Небесном. Я думаю, что речь как раз идет об утверждении нас в истинности, в вере в воскресение мертвых. О чем говорили и древние пророки, и о чем говорил сам Христос и все апостолы. Батюшка, ну вот если вот эту тему нашу со строительством храма и восстановлением святынь, предлагаю развить следующим образом, поговорить о том, почему важно восстановление святынь. Потому что если посмотреть на наши и города, и села, то можно встретить переоборудованные, изуродованные, полуразрушенные храмы, которые постепенно, время от времени восстанавливаются, особенно если речь идет о городских храмах. То если говорить про храмы, которые находятся в селах и деревнях, то очень часто ситуация, конечно, плачевная.
И понятно, что это, наверное, зависит и от общины, которая испытывает потребность в том, чтобы этот храм наконец обрел купола, наконец был восстановлен, и в нем вновь зазвучала молитва. У нас есть еще один звонок, давайте его примем, после этого тогда вот продолжим разговор на эту тему. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Спасибо. Меня зовут Людмила, я из Москвы. Хочу у вас спросить, скажите, пожалуйста, что у вас в Екатеринбурге не было общественного обсуждения вопроса строительства храма в местном телевидении, на местном радио, в местных газетах, в обществе вообще, что у вас дошло до такого противостояния? Вообще, сказать честно, вся страна за вами наблюдала, лично я с удивлением. Как можно вот вообще вот такое противостояние вот создать фактически на ровном месте? Ведь строительство храма – это святое. Вы знаете, Людмила, обсуждение у нас не то чтобы было, оно было очень активное. И этот храм, его идея его восстановления была презентована, об этом рассказано было многократно и в течение даже многих лет. Последовательно выбирались площадки, начиная с исторического места. И, конечно, люди знали. И более того, в том месте, в котором предполагалось построить его, если говорить о событиях этого года, то в том числе и рассказывалось о том, насколько может преобразиться та территория, которая будет окружать этот храм. Вся набережная должна была пойти под реконструкцию, и в проекте этой реконструкции были учтены интересы всех групп, и молодежи, и людей среднего возраста, и любителей прогулок, и сохранение, увеличение зеленых зон, то, конечно, я думаю, что было достаточно информации для того, чтобы горожане об этом узнали. Ну, мы должны понимать, что, к сожалению, все-таки вот сложились так обстоятельства, что разные протестные группы, вот они были объединены в этом месте. И, конечно же, этот протест, мы не можем не говорить об этом, он был организован, безусловно. Поэтому сегодня еще больше мы говорим об этом храме. Сегодня общегородской опрос, он дает возможность принять участие уже каждому горожанину. И поэтому все интересующие вопросы, они, как мне кажется, уже и сняты. И вопросы эти заданы, на них получены ответы. Поэтому я, честно говоря, исключаю возможность повторения такой ситуации. Надеемся, что этот опрос, он поставит в этом проблемном вопросе точку, и мы начнем готовиться к строительству. Ну, теперь, что касается восстановления исторической справедливости и восстановление храмов поруганных святынь, которые во множестве представлены в различных селах и городах. Ну, без Бога не до порога, Дмитрий. Наши предки всегда ставили храм в основу своей жизни, в центр своего существования. И поэтому, где был храм, там и была жизнь, жизнь жительствовала. Рождались дети, люди, которые получали через молитву, через общение Богу смысл в этой жизни, в земной жизни и в вечной. Они добивались огромных успехов и жили, самое главное, счастливой, полноценной жизнью. И вот прошло то время, когда храмы были разрушены, мы получили возможность их восстанавливать. И посмотрите, как преображаются те села, города, где восстановлены храмы. Сколько там молодежи. Как туда стремятся люди. Вот часто так обвиняли нас в том, что храмы наши никому не нужны. И даже некоторые люди говорили, что они у вас там стоят пустыми. Но важно понимать, что, конечно, в понедельник, в будний день
храм не может быть заполнен. Люди приходят в храм в большие праздники или в воскресные дни. И вот буквально несколько дней назад к нам приезжал корреспондент из Дании. Он пришел в наш храм 3 раза. Потому что, когда он первый раз пришел, его очень многое удивило. Он попросился 2-й раз прийти. И после еще 2-го, 3-й раз пришел. И то, что он мне лично сказал, что был очень удивлен, что так много разных служб, и когда он узнал, что даже ночью есть службы, и то, что он своими глазами увидел, что очень много детей. А где жизнь? Там, где дети. Где детский смех, где ребятишки играют, где они молятся, где их много. Там понимаешь, что там есть жизнь. Поэтому если мы хотим жить дальше, как народ, то, конечно, мы не обойдемся без наших святынь. Они нас вдохновляют, они дают нам силу. Они наполняют смыслом нашу жизнь. Мы это видим сегодня, в наше время, в наши дни. Поэтому забота о восстановлении храмов, она является очень важным, большим делом. И практически значительная часть, даже в самых отдаленных деревнях у нас храмов, эти храмы описаны, учтены, и за ними кто-то закреплен, ответственный священник, который собирает общину и в какое-то время, во благовремени, будет этот храм восстановлен, даже находящийся в самом заброшенном уголке, в том числе нашей области или других областей, регионов, городов. Почему раньше даже у маленького села были большие, величественные, красивые и дорогие соборы, храмы? Да? Если заедешь куда-нибудь, казалось бы, там 1-2 улицы, может быть, в деревеньке, но при этом очень большой храм, то в наши дни такое явление встречается все реже. Ну, конечно, совсем по-другому люди относились к храмостроительству. Во-первых, храмы строили долго. И не в последнюю очередь из-за тех технологий, которые присутствовали, а с другой стороны, в силу основательности подхода к строительству храмов. Делали на века, делали каждый кирпич с молитвой, с усердием, с особым. И отдавали для храма самое ценное, что имели. И где-то, может быть, свой дом был не так украшен, как старались украсить дом Божий. Это такая черта нашего народа. Она, может быть, не природная, она воспитанная христианством, многими подвижниками. И таким образом мы видим там в маленьком селе огромный собор, потому что все село считала за честь прикоснуться к этой возможности построить храм. Но это время не закончилось, слава Богу. Очень много храмов построено в последние 30 лет, восстановлено, построено новых. И сколько людей приняли участие в этом. Даже уже в существующие храмы написали иконы. Позолотили кресты, сделали колокола. Это происходит сегодня на наших глазах. И у нас прямо сегодняшний день, вот на днях была закладка в городе Березовском воскресной школы. То есть храмовый комплекс построен. Стоит храм, стоит здание, но строят новое здание церковной школы. Но это только вот вчера, позавчера было. А сколько таких строек за год мы видим? А почему это делается? Ну, потому что в церковной школе придет ребенок, бесплатно будет обучаться. И не только, кстати, церковной дисциплинам. У нас очень скаутское движение развивается сегодня. Сегодня мы знаем по опросам, наш народ доверяет армии и церкви. Максимально доверяет. Это значит, детей приведут для того, чтобы мы вместе с ними занимались, изучали историю отечественную, изучали богословие, учились петь,
церковно-славянский язык, и в том числе и другие виды образования. Все это при храмах есть, и в том числе и хоры детские создаются, и художественные школы. Поэтому храм – это не только символ, это место, это училище для человека, это место воспитания человека и его детей. Это прямой эфир, телефон нашей студии 375-60-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь и задавайте ваши вопросы. Батюшка, ну тогда, вот если говорить о благах, которые дают и церковные школы, и вообще наличие, да, храма, то все-таки все равно становится непонятным и странным, почему вопросы строительства храма, они очень часто вызывают какое-то народное возмущение. Вот почему-то сразу вспоминается тоже история не так недавняя совсем в Первоуральске, где хотели построить в парковой зоне храм. И место, где он планировался к возведению, там нужно было срубить два каких-то маленьких дерева. И общественность, и при этом планируется благоустройство самого парка там, и так далее. Нашлось много людей, которые встали в защиту этого парка. Но когда ты видишь фотографию того, что там есть сейчас, то это не парк, где есть скамеечки для мам, где есть детские площадки, где все обустроено для того, чтобы, знаете, где вот яблоку негде упасть, потому что там все настолько хорошо. То есть это, по сути, такой полузаросший, полузаброшенный лес, в котором, ну, есть какие-то дорожки, какие-то направления. Ничего такого там выдающегося в этом парке, ну, на мой взгляд, по крайней мере, не было. Нет, нашлось народное возмущение, которое было... который хотел защитить этот сквер. Почему-то вспоминается история с Торфянкой в Москве, да, с парком Торфянка, когда тоже там появлялось прям народное возмущение, и множество людей, которые приходили и окружали строительную площадку, освистывали людей, которые там совершали молебны, хотя храм тоже занимал небольшое, ну, небольшое место на территории того парка, на котором он, собственно говоря, размещался, где-то совершенно с краю, не задевая какие-то объекты парковые, так скажем. И почему-то не укладывается в голове, почему эти возмущения все равно появляются. Очень много людей были обмануты, знаете, в каком смысле. Вот при строительстве, при реализации градостроительной политики часто так бывает, что вот различные зеленые зоны, они подпадали под реконструкцию, там за счет этих зеленых зон что-то строилось, какие-то были обещания, и в конце концов мы видим, что эти обещания не всегда выполняются, и, конечно, у людей накапливается определенный негатив. Но с другой стороны, конечно, наши горожане, граждане, они, как мне кажется, им стоит заметить, что храмовые территории, прихрамовые территории, это самые благоукрашенные территории. У нас один из храмов, и даже не только один, по крайней мере в нашем городе, подряд несколько лет получает какую-то премию городскую по ландшафтному дизайну, по благоустройству. Почему? Потому что там люди стараются изо всех сил, и не для себя стараются. Храмовая территория – это всегда общественно доступная территория. Поэтому вот часто действительно недостаток информации, и человек, может быть, там не побывал где-то на территории монастыря или какого-то храма, или, может быть, редко заходил, и он не видит, что вряд ли ухудшится общественная среда с появлением небольшого храма. Ну, иногда бывает, что этот протест бывает, опять же, организован теми, кто не хотел бы, чтобы мы православные храмы восстанавливали. Но мы в нашей неотступности должны следовать путем добра, не осуждения ближних, убеждения. Но, тем не менее, со своего пути сворачивать мы не собираемся, так как у нас, как у граждан, такие же есть права для того, чтобы построить храм в том или ином месте или восстановить его. Сколько церковь пострадала от безбожной власти? Сколько храмов было разрушено? Имеет ли право сегодня община и церковь восстанавливать эти храмы? Мне кажется, что безусловное.
Но другое дело, что мы должны об этом говорить и рассказывать, делать это в дружелюбной форме в том числе. Батюшка, что касается предстоящего голосования, то на повестке дня остается две площадки для строительства храма. Это в центре города на Горького, на месте приборостроительного завода, да, кажется, и за Макаровским мостом. Лично вы какую площадку поддерживаете, за что будете голосовать, и вообще что они из себя представляют? Ну, конечно, каждый человек имеет право высказать свое мнение и сообразно этому мнению выбрать из двух площадок. Но, как мне кажется, сегодня время действительно показать, что мы православные христиане. Через что? Через послушание Матери Церкви. Если мы крещенные люди, если мы себя относим к Русской Православной Церкви, то нам следует выбрать ту площадку, за которую призывает Екатеринбургская епархия. Это, безусловно, место исторического центра. Не может кафедральный собор быть на окраине города. Это абсолютно бессмысленно, недопустимо. И только центральное историческое место, вблизи того самого места, место, где сегодня стоит остановленный уже не работающий приборостроительный завод, это место, оно максимально приближено к историческому. Максимально приближено. Как когда-то стоявший на Вознесенской горке, где был храм на крови, деревянный храм, его перенесли и поставили чуть выше на Вознесенскую горку. А на месте алтаря разрушенного появилась Илинская часовня вблизи Ипатьевского дома. Вот такая практика переноса храмов в силу разных обстоятельств, она присутствовала, она нам известна. Поэтому на историческом месте, на месте алтаря, стоит сегодня Екатерининская часовня, в которой, кстати, совершаются богослужения полноценные. Там есть община Екатерининского храма, есть настоятель. Но совершенно рукой подать до того места, где мы предполагаем построить кафедральный собор, от места исторического. Поэтому оно очень красивое, это место. Оно достойное. Оно стоит на берегу городского пруда. Оно соответствует статусу будущего кафедрального собора. В этом месте храм станет, безусловно, доминантой городской, основной. Поэтому, мне кажется, здесь выбор очевиден. И нам просто нужно его поддержать. Остается молиться, и Господь управит. Безусловно. Спасибо, батюшка, что сегодня пришли в нашу студию. Напомню, дорогие друзья, протоиерей Максим Меняйло, старший священник храма на крови, был у нас сегодня в гостях. Благодарю всех, кто смотрел эту программу. До встречи в эфире телеканала «Союз».